Тащила уже. О. Ну что ж, всем привет. Приехали мы на озеро. Озеро называется Большой Тарангу, северо-казахстанская область. Я уже чуть-чуть порыбачил. Поймал два крупных окуня, грамм 200-300. Сейчас мы чуть-чуть тут порыбачим и потом туда дальше на разведку поедем. Ну все, переехали на новое место. На живца поставили. Однодонку уже прям дернула на окуня. Ночью тут будем рыбачить. Надеюсь, что седачок клюнет. Так, на живца у нас что-то поклевывать стало. Ну вот эту вот. Да-да-да-да-да. Сейчас пусть заглотит. Подсекай. Есть, есть, есть. Тащи. Вот. Посмотрим, кто там у нас на живца клюнул. На окуня. Да. Да, гнет хорошо так. О, вот это окуня клюнул. Здоровый. Вот это я поднимал окунь. Я перед камерой поймал. Скажи. На поплавочную удочку тут сейчас просто бешеный клев. Вот закидывал, сейчас сразу клюнет. Вот. Яс маленький был. Ну, в общем-то, бешеный клев тут. Вот такой червяк, его почти нету. Забрасываю. Пару секунд ждем. Опа! Пожалуйста. Рыбка, но это уже маленькая. Вообще бешеный клев. Закидывал. И все, и сразу клюет. Вот, потащила уже. О. О, это окунь такой хороший. Ничего себе. Фу-фу, вот это окуняра клюнул. Крупненький такой. Сейчас я вам его покажу. Вот, какой клюнул, а. На червя. Глубина 40 сантиметров. Ну что ж, продолжаем рыбалку. Вообще бешеный клев сегодня. Так вот поклевывает. Щебачок либо язёк маленький был. Вот сразу же клюет, потихоньку только. Вот. Яс маленький. Ну вот прям сразу клюет, вообще вот бешеный клев. Вообще-то упал. Вот, пожалуйста, еще одно. Щебачок.
большей водочки. Вот такой вот. Ой, тут же клюет. Хорошенький чебачок. Включил камеру, потащила просто. Ух ты! Это что такое? Еще один крупный окон клюнул. Ничего себе, как они тут сопротивляются. А я думаю, почему чебак перестал клевать? Вот такой вот попался. Крупненький. Ну его мы сразу отпустим. Пусть плывет. Давно такого клева у меня не было. Чтоб закидывал и через 2 секунды сразу клевало. Ну поклевывает. Клев хороший сегодня. Только выключил камеру, потащило. Зёк маленький был. Есть подозрение, что тут ходит сейчас крупный окунь. Раз братва перестала клевать. Может, кто-то другой тут напугал ее. Блин, что-то хорошее было. Вот сейчас под берег кину. Недалеко вообще. Делаю небольшую проводку. Останавливаемся. В этот момент начинает у меня, как обычно, клевать. Сейчас попробуем поймать рыбу на такую вот оснастку. Если клюнет, значит кончик начнется дергаться. Если клюнет на эту оснастку, то кончик будет вот так вот дергаться. Так вот начал поклевывать. Вот еще один маленький изек клюнул. Вообще бешеный клев. Вот такой малыш яс. Пусть плывет. Вот такой рак небольшой. На мелководье ходят тут. Все пополз. Всем доброе утро. Время почти 4 часов утра. Рыба утащила мне поплавочную удочку. Прямо сейчас она его тащит. Вот видите? Сейчас буду донкой как-то отцеплять. Что еще поделать? Вот она плавает, поплавочная удочка. Не знаю, как ее отцеплять. Вот прям тащит.
Вот кто мою удочку утащил. Подлещик, блин, мелкий такой. Капец просто. Такой маленький, как утащил. Да, ну бывает и такое на рыбалке. Все, ищу.